Сегодня мы будем делать тушеную капусту с фрикадельками. Для этого нам понадобится капуста. Для фрикаделек нам понадобится фарш, лук и рис. Также понадобится томатный соус, морковка. У меня морковка замороженная, мне было лень возиться утром с морковкой, чистить ее, тереть, поэтому я взяла замороженную. Понадобится также еще лук, сливочное масло и подсолнечное масло. Вот, сейчас я в кастрюлю положу капусту, залью бульоном. У меня уже сварен куриный бульон. Когда немножко капуста потушится, я сделаю фрикадельки из лука, фарша и риса. Делаю такие небольшие шарики. Затем положу соус, морковку, лук, масло сливочное и масло подсолнечное. Посолю и добавлю немного сахара. Ну, здесь все добавляем на вкус, кому как больше нравится. Вот так вот тушится капуста. На даче, смотрите, осень, зеленая трава, а вот недавно только лежал снег. А сейчас смотрите, трава зеленая. Вообще так приятно опять походить по траве. Вообще красота. Затопили мы в гараже на даче печку. Брат пообрезал ветки с яблони, пообрезал малину. И вот теперь топим печку на даче, в гараже. Такой аромат. Так вкусно пахнет. Трещит огонь. Трещат ветки. Так вкусно пахнет костром. Там еще дрова. И вот брат пообрезал ветки. Яблони и малины. Запах вообще стоит обалденный. Еще такой воздух свежий, морозный. И вот запах печки, запах дров. Вообще красота.
Вот что у нас осталось от снега. Смотрите, такие льдинки. Сходила я в магазин, купила я вот такой майонез Густа, майонез провансаль золотой, очень вкусный майонез, мы его берем очень часто, ну, вкусный майонез. Также еще купила вот такие крабовые палочки Вичи, мы сегодня собираемся сделать салат из кукурузы и крабовых палочек. Купила сметану, минская марка, сметана 20% жирности. Такая вкусная сметана, очень густая сметана, вкусная. Очень часто мы ее покупаем. К чаю я купила вот такое печенье. Называется «Весенняя рапсодия». Очень вкусное печенье, тоже уже берем не первый раз. Купила я еще кукурузу сладкую бондюэль. Я уже говорила, что мы будем делать салат из кукурузы и крабовых палочек. Вот такую вот купила кукурузу. Кукуруза сладкая, бондюэль. И купила еще зеленый горошек нежный, бондюэль. Купила еще хлеб майский, батон семейный, сдобный. Купила еще кефир «Здравушка», 3,2% жирности. Очень вкусный кефир, тоже мы его очень часто берем. И к чаю купила вот такие вот конфетки, аэрофлотские называются. Ой, такие вкусные конфеты, во рту прямо тают. Вот такие были у меня сегодня покупки. Сейчас мы будем обедать. На обед у нас будет холодец, маринованные помидорки. Ой, какие они вкусные. Будут у нас еще на обед щи. У нас в семье все щи любят, мы их часто готовим. А я вообще обожаю щи со сметаной. Видите, я уже себе вот так щедро положила сметаны. Сметана очень вкусная. Будет у нас еще на обед каша перловая с сосисками. Винегрет. Курица. Капуста тушеная с фрикадельками. Оладушки. И я налила уже себе чай. Вот такой у нас будет сегодня обед.